сорт острого перца Thunder Mountain Longhorn. Переводится как ром горы Лонгхорн. Этот перчик относится к виду Capsicum annuum. Это перец овощной. Такой вот длинный, тоненький, тоненький. Можно сказать, даже тоньше сигареты. В диаметре. Такие стрижки могут достигать длины 30 сантиметров. А высота куста может быть 1,5 метра в высоту. Это слабоострый сорт. Срок созревания у него 90 дней. Это, можно сказать, довольно ранний сорт. Такой вкус у него пряный, с перечной ноткой. Он довольно мягкий и не такой острый, как, к примеру, кайенский перец. Желательно, конечно, под низ что-то подкладывать. Сено, либо сухую траву, потому что кончики, касаясь земли, сразу начинает загниваться. Вот он начинает созревать. Вот снизу начинает темнеет, темнеет, вверх, 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 вверх. Тоже они растут у меня между томатами. Тоже солнца мало им. Такие вот красавцы. Их можно выращивать в открытом грунте, можно выращивать в теплице, можно выращивать дома, в цветочных горшках. Желательно брать цветки, горшки ампельные, чтобы перцы могли свисать вниз. Так они требуют подвязки. Вот они у меня подвязаны и свисают вниз. Так что можно выращивать этот перчик у себя дома. Эти перчики могут быть как ровные, и так вот скрученные в спираль. Хотя перчик висит вот на веточке, он подвязанный, все равно кончики у него закрученные. И вот они начинают созревать с самого низу. Если посмотреть, их тут неимоверное количество. Все они, вот здесь вот целая куча лежит, видите? Вот. Я же обязательно надо что-то подкладывать под низ.